музыке. Организаторы составили расписание, какому факультету во сколько быть. Но очередь все равно была, желающих сдать кровь много. Профессию не надо ничего писать, здесь прописку. С собой ребята взяли паспорт, заполняли специальную анкету. Поделиться своей кровью решили около сотни студентов, в основном первых-вторых курсов. Они здесь заполняют бланки для добровольной сдачи крови. На что они должны там указать? Они указать должны там группу крови, адрес прописки и противопоказания есть или нет. Для дебютантов доноров норма невелика. Все индивидуально. В среднем это 370 граммов. Специалисты передвижной лаборатории делают все быстро и четко. Но прежде студенты проходят экспресс-диагностику, так называемый фильтрационный кабинет. Зрение хорошее? Давайте. 1,05. На учете нигде не стоите лучше? Нет. С волнением, в своей очереди, ждала Диана Галимова, студентка факультета математики и информатики. Но кровь сдавать девушке врач запретил. К сожалению, мне не удалось сдать кровь. Потому что у меня не хватает веса. Вот. Очень жаль. Диана весит меньше 50 килограммов, и это одно из противопоказаний. Лилия Денисова, Василий Киселев. Новости Татарстана. 25 лет в эфире. С вами и для вас.